41-летняя актриса опубликовала забавный ролик с Татьяной Лютеевой. Екатерина Климова вызвала эмоциональную реакцию своих коллег. Многодетная мама отдыхает на январских праздниках на Бали. Екатерина привезла на отдых 4 детей. К компании присоединилась Татьяна Лютаева. Климова опубликовала видео с мамой Агнией Дитковските. «Подруга прилетела, но в себя еще не пришла», — пояснила Екатерина. На кадрах актрисы предстали за завтраком в гостинице. Они сидели в пляжных нарядах за накрытым столом. Звезды обменялись смешными репликами, при этом их внешность менялась с помощью специального приложения. «Вы знаете, Катя говорит, что она уже пришла в себя. А я не понимаю, как она пришла в себя», — начала диалог Лютаева. «Дело в том, что я уже давно прилетела. Я пришла в себя. А Таня прилетела только что. Она еще не пришла в себя», — ответила Климова. «Я никак не могу прийти в себя. Поймите правильно, если бы я прилетела не поздно, то я, наверное, тоже бы пришла в себя. А то Катя, видите ли, пришла в себя, а я не пришла», — подхватила Татьяна. «Но ты придешь в себя. Только когда ты еще придешь в себя, неизвестно», — резюмировала Екатерина. На забавный ролик отреагировал Гоша Куценко. Происходящее заинтриговало его. «Катюша, что вы творите?» — написал он. Актер фильма «Никогда не говори», «Никогда» Иван Житков и вовсе оказался настолько обескуражен действом, что смог выдать только короткую и по-дружески безобидную формулировку «Дурынды». 4-летняя дочь Екатерины тоже попробовала себя в роли оператора. Белла засветила звездную маму в бикини. Актриса откровенно рассказала о причинах краха своего брака с Гилой Мески. Климова в купальнике устроила дерзкую фотосессию в джакузи.